Мы на месте. Мы приветствуем Инессу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Хорошо, ты говоришь, голограмма стоит в полный рост, да? Да. Сканер, просканируй Инессу, отключи эту голограмму, включая все чипы, датчики, импланты, связанные с этой голограммой, сканер их видит, все отключает, выводит из биоробота, из биополя. Как это выходит, отправляя в клетку-тюрьму с силой моего намерения. Пошел процесс. Вышла голограмма. Отправляя в клетку-тюрьму. Есть. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Инессы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Инессы. Находит все. Арахноид. Арахноид. Гуманоид. Его голограмма? Да. Хорошо. Инкуб. Есть. Джин и бес. Какой джин? 31-28 синий джин. Хорошо. Какой у нас бес? 9. Откуда у нас гуманоид? Системы, зовущейся вами Орион. Понятно. Но мы-то знаем, что это не Орион. Но мы так называем, потому что понятия не имеют, сколько там звезд находится, человечество. Хорошо, начинаем работать. В процессе работы буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду о том, как купинесы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аборационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились, выстраивают также прямой канал от Инессы к голограмме гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аборационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Инессе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилию потоки в 50 раз. Сколько находился гуманоид в этом биополе? 4 года. 4 года. Сколько находился арахноид? 3,5. Хорошо. Инкуб, сколько ты находишься? 5 лет. Сколько джин находится в этом биополе? 1 год. И сколько бес находится в этом биополе? 3 года. У кого из вас есть контракт с Инессой? Никого. Сканер, дай мне полноту души Инессы на настоящий момент. 98. 98%, значит 2% будет, скорее всего, в голограмме. И кто из вас присутствует в доме Инессы? Бес, джин. Бес, джин. Еще кто? Арахноид. Хорошо. У гуманоида что-нибудь есть? Да. В доме? В доме платы в некоторых комнатах. Значит, все кроме инкуба. Реверс закончился. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Инесса забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Реверс закончился. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100%. Начинаем с вытаскивания того, что вы там оставили. Бес, скажи мне, где находятся лярвы биополя Инессы? На руках. Ладошки показывают. Затемнение у нее есть. Горле, ноги. А почему в горле у нее затемнение? Кто там ответственный? Это от ее слов или там накапливается энергия? Или это кто-то никотин. Сидел там? Никотин. Понятно, хорошо. Хочешь получить эти лярвы из затемнения? Да. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе на своей чистоте. На месте доложить, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду. Приступай. У него веревки идут. Руки-ноги? К рукам. Да. Дергает он за них. А почему руки черные у нее были? От твоих подключек? А он показывает, как она руками разводит. Она не знает, что делать. И этот страх внутри у нее скапливается. Ладошки потеют и остаются. Как выходит негатив и остается на ладонях. Но это ее лично, ей сгенерировано, а не кем-то вызванное беспокойство. Я помогаю. Ну, понятно. Что... Хорошо. Это за последние 3 года. Но это же не вчера появилось. То есть это, наверное, как были еще до этого момента такого плана. У нее раньше инсектоид сидел. Ага. На голограмму выдавила. Сама выдавила? Нет. Гуманоид выгнал. А, понятно. Если гуманоид 4 года сидел, значит, можно представить, сколько там остальные сидели, которые ушли. Итак, он все снял, Вера? Да, он снял веревки. Разрешайте забрать все лярвы и все затемнения. Забирай, возвращайся назад в клетку. Приступай. Готов. Джину выходить не надо, втягивая в себя всю пыль, все свои подключки. Доклады о готовности к проверке. Приступай. Готов. Инкуб, выходи, снимая все, что я оставил в этом биополе. Рассказывай, как оно действовало. Приступай. Накидка? Нет. А что у него? Недостойно идет слово. Он понижал в ней самооценку. Да ты что? Это ты ей там впихивал в ухо, что она недостойна, да? И от этого она переживала?
От этого она понимала, что только я с ней останусь. Не надо никого искать, не надо никого водить. Понятно. Но это время закончилось, инкуб. Ты ж понимаешь, где ты находишься. Погулял 5 лет и хватит. Все сняла. Хорошо. Гуманоид, что-нибудь осталось на твоей чистоте, что я не вытащил? Посмотри. Нет, полностью сняла из голограммы с подключками клетки. Хорошо, арахноид, твоя очередь. Выходи, снимай все, что я оставил в ее биополе, отключайся, возвращайся назад. Приступай. На вот арахноида иголки здесь. В голове? В голове иголки, которые притупляли ее мысли. Она думала до какого-то момента, дальше не могла. Он как прошивал ей голову. Выключал. Были головные боли, мигрень была? У нее ступор какой-то, вот стоп. Она останавливалась на одной мысли, дальше нету развития. Не может дальше мыслить, перейти эту мысль. И это все делает маленький арахноид. Вот так это все делается. Астральный паук. Он снял все. Хорошо. Все он снял. Начинаем тогда. Все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Инессы с арахноидом, гуманоидом, его голограммой, инкубом, джином и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Пошел процесс. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Инессе, помогаю моей энергии отсигнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Инкуб, я тебя отпускаю в первый раз. Ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Арахноид, джин и бес. Я сейчас открываю 2 портала. В один идет джин и бес, во второй портал уходит арахноид. Вы пойдете сейчас в дом, соберете все, что вы там оставили. На своей чистоте я приду, проверю. Бес мне покажет еще все порталы в этом доме. Я их закрою и могу ему собрать негатив в дорогу. Устраивает? Устраивает. Гуманоид тоже хочет собрать. Гуманоид, я пока с тобой еще не до конца разобрался, поэтому ты останешься. Открывается 2 портала в дом Инессы. 1, 2, 3. Джин и бес идут в один портал, во второй идет арахноид. Закрываю, опечатаю, растворяю оба портала. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, у меня здесь гуманоид Орион. 4 года сидел в биополе, есть голограмма. В ней было 2% души, он 4 года сидел. Он еще в доме оставил, но мы это сами можем убрать. Забираем, будем разбираться, что он там высиживал. Хорошо. Голограмма, если пустая, уничтожается. Под голограммой открываю воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Инессы, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии. И регенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Не, фантом вышел. Он серый, и у него как будто руки связаны. Как будто или связаны? В серости. А-а-а. В серости веревки, как две руки перепутаны. Инесса, эти энергии вы сами сгенерировали своим страхом. Вам здесь уже никто не мешал. Вы готовы от них отказаться? Да, готова. Сворачиваете энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Поехали по частотам. Инесси до числового значения 700 Гц. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инесса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Чувствую энергии жизни. Они вибрируют. Цвета разные. Каждый имеет свой живой поток. Это приятно. Но пока не разобралась с этими энергиями. Сейчас мы будем возвращать вас назад, в вашу систему биоробо-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план, и сразу перейдем к чистке вашего дома вместе с животными. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую купину в свою систему биоробо-душа, заводим, подключаем каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И информация идет, что она должна находить время для себя в течение дня, например, с утра. Ее мозг, он генерирует негативные мысли, поэтому ей нужно начинать день с тишины для себя и думать о своих энергиях.
Энергия, которая у нее находится в чакрах, они имеют яркие цвета, а это значит, они несут радость, спокойствие, уверенность. С этого ей нужно начинать день. Если она чувствует негативные мысли, опять ей нужно уединяться на некоторое время и побыть в тишине, представляя свои энергии. Иначе ее мозг будет постоянно генерировать негативное облако. Благодарим куратора за эту информацию. Мы обязательно ее передадим. Готово. Отключайся от объекта.